Утренний кофе с молоком и сахаром. Доброе утро и хорошего дня. Всем огромный привет и добро пожаловать на канал. Я сейчас с утра включаю свою любимую передачу о самом главном. Кто знает, тот знает. В общем, сегодня у нас тема витамин D. Добавляю звук, иду завтракать и буду слушать. Просвещаться дальше. А вам всем желаю хорошего просмотра, приятного денечка. Ну и, конечно, поставьте пальчик вверх этому видео. Увидимся с вами попозже, после завтрака. Сегодня погодка более-менее хорошая, но ветер. В марте ветра дуют. Не знаю, почему такой месяц прям ветреный получился. Так, а я сейчас развешу белье, потому что постиралось уже все. Сегодня я стирала постель. Сейчас развешу белье и буду готовить обед. Еще не знаю, что буду готовить. Достала просто мясо. А, я, наверное, сделаю гуляш в мультиварке. Она очень хорошо делает гуляш. Мясо становится такое мягкое. А макароны отварю в термомиксе. Я теперь все макароны, рис, крупы, все варю в термомиксе. В общем, быстро, удобно и комфортно. Как я уже говорила, чистая плита. А для себя я, наверное, сделаю гречку в своей любимой кастрюльке с овощами. Точно. Вот. Вот и придумала меню. Все, сейчас развешиваю и приступаю к готовке. Потому что время, да, нужно торопиться. Так. Гречка готовится. Мяско тоже готовится. Процесс идет. Лавровый лист я храню вот в такой вот баночке. Это с Хорватии лавровый лист. Аромат стоит потрясающий, когда открываешь баночку. Такая вот красота. Все, гречка готова. Выключаю плиту. А мясо? Мясо у нас тушится. Благодаря пространству, которое мы выиграли, на кухне сделав ремонт, я теперь могу все свои приборы вытащить из шкафов и готовить. Потому что мне было, если честно, лень. Постоянно их туда-сюда, туда-сюда. То в шкаф, то здесь, то из шкафа. В общем, а теперь стоит под рукой, ну, по-любому рука тянется им воспользоваться. Вот поэтому мои помощники со мной теперь рядом. Мультиварка сварила гуляш. Кастрюлька, чудо-кастрюлька АМЦ приготовила гречку, а сейчас термомикс мне отварит макароны. И я даже не буду стоять у плиты, потому что он варит и мешает, чтобы макароны, ну, не слиплись, там не пригорели, ничто. В общем, столько у меня помощниц, и у меня столько теперь свободного времени, которые я могу уделить себе и своей семье. Вот. Такие плюсы у нас есть. А Саша, позавтракав, поехал на дачу. Говорит, хочу сделать новую коптильню. В общем, появилась опять у него новая идея, новый проект. Я ему говорю, тебе нужно уже на Ютубе открывать свой канал и вести рубрику «Очумелые ручки». Из ничего сделать что-то. В общем, поехал делать новую коптильню. Сказал, все снимет. Пришлет видео, заедет в магазин, купит сало. Говорит, пока буду делать ее, замариную, чтобы она помариновалась. И потом буду коптить, пробовать. В общем, будем ждать.
Я буду ждать видео и будем ждать сало копченое. А я продолжаю готовить. Вернее, не я, а Термомикс продолжит готовить. Пока он будет готовить, я займусь уборкой по дому. И потом мне еще нужно сбегать в магазин быстренько. Ну, тут рядышком, который у нас магазинчики. Все, приступаем. Сейчас закипит водичка, и потом макарошки 10 минут. Да, все. Ну что, сделаем обзор покупок. Эта покупка у меня с магазина Aldi. Вышла она мне в 17:31. Купила я красную паприку 500 грамм. Вроде бы ничего, более-менее так выбрала. Масло было со скидкой евро 49. Взяла мой любимый творожок. Он немножко соленоватый. Здесь аж 24 грамма протеина. Вкусный. Кто не пробовал, попробуйте. Очень вкусный. Также взяла витаминки. Кальций, магнезий. Мой любимый йогурт с персиком и маракуйей. Вот. Потом еще взяла такую творожную намазку на хлеб. И вот такие вот лепешки на завтрак. Можно с яйцами, можно просто горячие бутерброды сделать. Так, теперь с магазина ДМ. Здесь чек мне обошелся в 10,25. Взяла вот такие вот пилочки себе. Закончились у меня такие вот тоненькие пилочки. Такие вот зубочистки нашим любимым красавцам. Ричи и Нейма. Каждое утро даю по одной палочке. Вот такой вот крем. Кто не пробовал, попробуйте. Он бюджетный и очень хороший. 95 центов всего лишь стоит. Ну, правда, мне нравится. Я вот тоже по рекомендации взяла. И пользуюсь теперь только таким кремом. 100 миллилитров. 95 центов. Зубную пасту. Зеленый чай листовой. Такой вот купила. Семена льна. И вот такую вот липучку. Ну, вот, чищу одежду или там постель от волос. Вот. Вот такая вот покупка, закупка была в магазинах у меня тут рядом, через дорогу, которая находится. Температура набегает. Ох. Там птица. Ух ты, пошел там. Коптим на вишне. Дерево у меня было вишневое, я его спилил. Большое. Вон что от него осталось. Если смогу приблизить. Во! 3 метра еще осталось. Такое было у меня. На даче выросло. Как-то так. Приезжайте с колбасой и с мясом. Все закоптим. Как надо. Как говорится, делаем первый раз. Всем пока. Саша с дачи приехал, вкусняшку привез. Аромат стоит. Боюсь открывать. Та-дам! Прям как с магазина приехал, знаешь, с этого, с фермерского. И сало копченое, и колбаски копченые, и ребрышки. Боже ты мой! Сколько вкусняшек! Ой, как пахнет! Надо спрятать этот запах. Будем дегустировать? Ты кушал? Нет. Нет? Ну, давай тогда будем пробовать. Уже снимаю. Ты его мариновал? Да? Ага. Он какой сал. Шикарно. Все, давай кушать будем. Что получилось? Ну, я кусочек попробовала. Ну что? Ну-ка, давай, ты пробуй. Не знаю. Папа сало привез нам копченого. Собственного производства. Да, Саш? Да.
Ну-ка. Вкусно? В общем, по твоим этим эмоциям можно понять, что... Холодное, да? Очень вкусное сало, да? Ну все, тогда приятного аппетита! Сегодня прям погодка. С утра была хорошая, а после обеда вот смотрите, что творится. Первая весенняя радуга. Наблюдаем. А там тучи. Нам сейчас на тренировку ехать. Ветер ужасный. И тучи. Дождь идет. Ну да. Как раз самая весенняя погодка. В общем, весь март у нас такой сумасшедший. Ветреный, дождливый, холодный. Весна, весна. Ладно, будем собираться. Нам все-таки на тренировку нужно ехать. Опаздывать нельзя. Сколько тебя забирать? Час еще функции. Окей. Ну если что, пораньше, то позвонишь. Все. Давай тогда. Аккуратно. Что ж так громко-то? Водичку. А я поеду к родителям. Буду там ждать, чай пить. Посидим, пообщаемся. Пока Давид потренируется. Погодка вообще. Ветер, ветки, бумаги, мусор. Все на дороге, так опасно ехать. Пошел спортсмен. Так, ладно, не буду отвлекаться от дороги. Едем к родителям. Давно я не была у родителей. Как давно? Неделю назад не была. Неделю как не была. Вот, сейчас навестим вместе. Привет вам передадут. Здравствуйте, родители! Здравствуйте! Здравствуйте. Папа только блинчики напек. Да что ты? Опоздала, так бы да? Шуршит, да? Шибуршит. Результат на столе. Ну? Кушайте! С творогом? С творогом и с изюмом. Осторожно, мама, это ой, вам гостинцы. Да? Я думала, ей курочки пришли. Ну, доставай. А что? Ну, доставай. Это варенье... из вишни, с косточками. О, классно. Я такое люблю. Ну, я знаю, то есть ты с косточками вишню любишь. Да, а это от зятя. О, обалдеть, зять. Муа. Ой, извиняюсь, холодненько. Это он коптил? Да, у сало. Ночь коптил для тёщи. Нет, не ночь. Днем он коптил. Чтобы тёщу это обрадовать на 8 марта. Прошло 8 марта, да? Да, ну просто... Спасибо большое. Не, он просто говорит, мама же любит копченое, да, надо маме копчененькое сало ой, передать. Ой, как маме. Ой, молодец, дитя. Ну, пахнет до сих пор. Так да. Вот потрогаешь это? Ну, я ж поэтому это самое люблю. Нюхаю. Что, будем чай пить с этим? Да, блинчик? А я заварила чай, думала, дядь, пить, чай свежий. Да он устал, коптил, что с устал. Не всякие-то. Ассорти пахучий. Ну ладно. Да? Мы с тобой. Надо закипятить за свежий кипяточек. Ну, давай тогда будем пить чай. Пока да. Давид тренируется, мы будем пить чай. Вам приятного аппетита. Спасибо. А нарежь папе сало, пусть попробует. Вкусно? Никому не дам.
буду потихоньку прятаться под одеяло. Ой, вкусно. Это был пробный материал. Да ну. Угу. Я, наверное, куплю, пускай Саша мне большой кусок скажет. Ну, купи, он замаринует и сделает тебе. Он и колбаски коптил. Только надо узнать, какую именно взять. Может, он сам возьмет денежку, да? Ну, это ты уже с ним сама сам договаривайся. Okay. Он хочет в следующий раз курицу попробовать покоптить. Ой, вкусно. Да? Вкусно. Не спрашивайте. Он тоже сидел, мычал. Ну, действительно вкусно получилось. Сало. Не надо пробовать. Вот, я не заметил. Будем чай пить. Где мой хлеб? Какой у тебя хлеб? А ты без хлеба была? Я его съела. Мед. Что такое у нас? Вкусный мед. Алтайский мед гречичный. Баночка. А содержимое украинское. А, содержимое с Украины мед. Подсолнухи, наверное. Смотри, какой желтый. С подсолнухами. А здесь? Горячий из Греции, да? А еще твой есть. Угу. Блинчики с медом, еще и с творогом. Вкусно. Что ты, наливай чай. Дарите мне, пожалуйста. Не сюрчайте, хватит. Мед вкусный. Люблю мед ложками кушать. Мед, да еще и ложкой. Угу. И вот так и едят. Что, папа, новости смотрит? Чем привлечь? Орхидею. А, покажи. Сейчас мама покажет, какой ей подарили цветок. Да? На горшочек тебе красивый купить. Да у меня там есть дома, надо посмотреть. Да? Давай сюда. Да? Ну вот я же тут с камерой сижу. Угу. Красивые цветочки. Угу. Такая как тигровая такая. Девочки мне все. Группа. Это вы на девичнике встречались? Угу. Вот такой вот подарок маме. Как-то так. Вот на такой красивой ноте, да, мы будем заканчивать наше видео. Всем привет, всех люблю, уважаю. Приходите в гости. Двери всегда открыты. И днем, и ночью. Если что, дорожку красную постелю. Да. Пока. Ладно. Желаем вам всем приятного вечерочка. И будем с вами уже прощаться. Ой. Всем пока и до новых встреч. Увидимся с вами в следующем видео. Надеюсь.